друзья, всех приветствую на своем канале. 18 ноября, и получается, прошло 18 дней от момента укоренения черенков. Это уже заказ, сейчас покажу, приедут, заберут самовывозом. Поэтому гель отлично работает, и базако тоже работает. Вот такие у нас жирные корешки есть у всех практически сортов, так что все отлично идет с укоренителем. Так, вот они, наша корневая. Классненькая, подрастут еще немножечко у хозяйки, и уже она их перевалит. Вот добираются до дна стаканчика, конечно, могут в кольцо завернуться, поэтому кого-то и пораньше можно будет выбрать и уже попересаживать. Я бы уже и пересадила вот такие, побольше объемчик дала. Здесь они растут в 180 миллилитров. Смотрите, какие у нас корешки хорошенькие. Так, это заказик, и сейчас посмотрим на остальных. А вот смотрите, какая корневая без базакота. Она, наверное, раза в два тоньше при укоренении. Вот помогает удобрение, чтобы были у нас толстенькие корешки. Так, сейчас вам для сравнения покажу. Вот такое отличие мы видим по корневой. Где постоянно есть питание при поливе, и где просто один чистый торф. Давайте погуляем, посмотрим, как все растет, развивается. Сегодня у нас дождик, я расшторила все, весь агроспан собрала, чтобы было посветлее им. Сейчас будет неделька у нас такая вся пасмурная, поэтому, ну, в теплице светло, хорошо. За бортом 4, в теплице плюс 14 с одним обогревателем. Посмотрим. Жагерсус барре красиво цветет. Здесь остеоспермум у меня немножко почеренковала своего. Сейчас посмотрим. Вот посылочка. Мне кажется, они за недельку уже подросли. Все такие бодренькие, хорошенькие, пушистенькие. Сейчас посмотрим, которую 30 получала числа. 30 октября. И вот такая у нас картина. Что у нас? ТА «История любви». Вот так замечательно укоренилась. Растет, конечно, маловастенькие вообще. Не знаю, крошечные кто-то еще. Юге «Цветы Зевса». Увидела корешок, по-моему, был. Вот он внизу. Видно, пошел один и второй. Так что это все замечательно. Дальше. Юг «Янтарный берег». Что у нас имеется? Имеется корешок. Отлично. Дальше. ТА «Лимончелла» молчит пока, но живенькая. И «Ирида», «Ириол», «Сударыня Зоя». Вот, вижу один корешок. Так что это пошло. «Ирида Зарожка» сдохла все-таки, потому что очень маленькая была, еще и промежуточный. Ну, совсем. Я срезала по рекомендации, но не получилось. Дальше. «Маленькая Англия» пока молчит. «Тес Влада» не знаю, что будет. И «Ханна Новис», ну, вроде бы, что-то живо, корней пока не видно. Думаю, если вот такое вот посылать, лучше и не посылать, наверное. Или хотя бы дублик сделать. Заказ, в принципе, был не из дешевых, плюс пересылка. Ну вот, что получилось, то получилось. Показываю результат. Марина привозила. Вот шведка хорошо укоренилась. Вот какая классненькая. И пошли корешки уже. Замечательно. Одна укоренилась, одна, по-моему, молчит, но живая. Живая. Кто еще укоренился? ТА «Майская роза». Вот он виден, корешок. Так что все отлично. Эти два пока молчат еще. Ничего, это новенькие. Тут 8 число. Дальше посмотрим, посмотрим. Кто тут? Юлариса Агудалова. Укоренилась хорошо. Вот капает у меня с окна. Сейчас взяла и переставила немножко. Грушенька. Вот такие у нас корешки. Мои ни одного вообще выпада нет. Смотрите, прямо супер. Я довольна результатом. Вот у нас Red Pandora. Бегом. Пак Салман Камтес. Все поукоренялось. Кто тут еще такой? Дольче Вита. Вот видны корни. Практически у всех идут. Мерлезон. Посмотрим, что. Вот он. Внизу уже корешки пробиваются. Так что хорошо. Кого еще посмотрим? Так, вот здесь у нас, ой, не зацепить бы, Кара Роза. Тоже корни есть, не хочу переворачивать. Кардинал, смотрите, вот этот промежуточный, мы с вами его толстую палку, она вся с корневой. Вот она, корневая хорошая. Капли отсвечивают. Вот они, беленькие корешки видны. А самый, который
толстый-толстый. Ну, ничего, стоит. Но пока не видно здесь корней. Грушенька вот такая у нас толстенькая, жирненькая. Уже вот пытается кольцо завернуть, значит, буду пересаживать их. Так что 31-10 число у нас. Айгуль. Вот мы с вами вместе резали. Смотрите, какие корешки. Можно сделать перевалочку. Кто тут еще? Кардинал. Кардинал не все хорошо. Кто-то уже и уехал. А, вот, смотрите. Все отлично. Мочалки корней. Сейчас на другую сторону сбегаем, посмотрим. Да все вот и династия хорошо. Смотрю, что хорошо идет. Можно пользоваться. Вот он, Рушмар Эван. Рашмар, правильно, да, читается. Вот такие у нас длиннющие уже корни. Марсель. Марсель у нас вот такой. О, классненькие корешки. Надо будет выбирать и делать кому-то перевалочку. Розалинда, смотрю, не очень хочет укореняться. Но она всегда какая-то тугая у меня. Туго идет. А, нет, вот он наш корешок беленький. Так что зря не будем на нее наговаривать. Сейчас я перейду на другую сторону и там посмотрим. И новиночки подрастают хорошенькие. Кто такие? Так, Лараза Марцелина. Вот такая, немножко ее сиреневый туман затеняет. Большая листва у сиреневого тумана. Прям большая. Дальше Ю Мадам де Помпадур и Таира. Так, Таира Любовь Орлова. Вот такие классные. Ну, здесь нужно черенковать все. Здесь мы цветем еще. Вот Мерлезон 2 еще подцветет. Асю сейчас поукореняю, потому что длиннючая. Вот такие молодые есть стволы. Можно укоренить до следующей стороны. Ив Королева Бирмы. Смотрите, какая корневая. У всех вот такая красота идет. Первое число. Вот мы видим результат. Кто тут еще? Анна Каренина. Вот такие мы толстенькие, жирненькие. Так, Лара Андре. Она, конечно, плоховасто укореняется. Сейчас посмотрим. Нет, нету пока корневой, но живой. И у трех нет. Смотрела. А, нет, вот у одного вижу. Все, один укоренился. Пак Салман Камтес. Уехал вчера один. И тоже укореняется. Вот такие у нас корни пошли. Замечательные. Эммануэль, что? Она, конечно, медленно идет, но где-то, да, вот внизу у нас есть корневая. Так что все хорошо. Проходит. Кто еще? Розалинда еще одна. О, есть отличные корешки. Династии тут много. И у всех есть корневая. Боюсь, что я их переверну. Ну, вот они видны. Хорошие корешки. Пойнт цветет. Новые соцветия выпускают. Аж жалко резать пока. Оранжевое новое соцветие сделала. И смотрите, как американо-виолет цветет. Ну, класс. Просто сколько соцветий много. Ноябрь на дворе. У нас красота в теплице. И еще один кустик здесь поменьше. Цветоносов уже убрала. Вот так все красивенько. Две гортензии. Вера мне летом череночка несколько дала. Вот два принялась. Красила. Такая красивенькая разрастается. Здесь стелларов немножко. Пушистиков. Немножко всяких разных. Здесь у меня глазастиков несколько стоит. И попробовала укоренять в воде. По-моему, ничего у меня не получается. Глазастики беспроблемные. А, ну вот у одной корешок за неделю появился. Остальные молчат, но не гниют. Ладно, посадим, у кого корешок есть. Там тоже смотрела, нет корней. И немножко пойдемте пооткрывались к Максимии. Вот она, Аланья открывается. Какая красота. Она прям зеленая сначала. А потом бутон наливается. И красивый такой, белый, с яркими-яркими крапинами. Темно даже малиново-фиолетовыми. Продолжает цвести моя Анжелика. Красавица. Дальше кто-то еще открылся. Ага, покажу сейчас парижский стиль. Красивый. Он по окрасу, конечно, очень красивый цветок. Если не смущает, подпорочку ставим и любуемся красотой. Смотрите, какой узор насыщенный, яркий цвет. Ну, длинноватый, да, цветонос. Бутон тяжелый, она его склоняет. Дальше
здесь у нас продолжается цветение. Шелковый бант начинает открываться. Вот такой он насыщенный, красивый. Леопарда моя открылась. КТ бегущая леопарда. Вот она какая. Вот ее крапины интересные. Вот прям смотрите. Сейчас я открою. Еще не открылась, конечно, до конца. Вон там леопардовый рисунок. Нельзя трогать бутоны, так и хочется помочь. И белый кот. Вот он какой огромный, пушистый, красивый. Шаганешка второй открылся. Моя КТ-богема. Вот она какая яркая. И голубка. Голубка залипает. Ну, такие же у нее бутоны красивые. Прямо, ай, суперские. Ну, залипла. Короткие цветоносы классные. Темная кайма фиолетовая. Ничего. Дома хорошо вообще цветет. И раскрывается, кто тут у нас? Моя Милена. Вот она. Чуть тоже краски не хватило. Здесь плющ и лисную занесла. Нужно будет подстричь. Немножечко поукоренять. Красивые такие грозди у нее свисают. Красота. Еще цветет. Вот только-только я ее вчера занесла с улицы. Так что и ветер, и холод, и хорошо. На ночь я балдею просто. Огроменный цветок. Красотун. Серединку немножко как-то там подвернулись лепестки. Еще желтая-желтая серединка. Красивенный цветок. Вот такой окрас. Плющелистная вот такая красивая, красная, прям кроваво-темный оттенок. Тоже ее нужно будет подстричь немножечко. Красота. Дома осталась посылочка, которая то ли поджарилась, то ли замерзла. Царская невеста живенькая. И в Тихий Дон Эльбрус, смотрю, кое-что там выпускает. И стоит живая макушечка. А остальные черная ножка все-таки сделала свое дело. Так что с ней пока не очень хорошо, но что-то есть, какой-то результат есть. Высаживаются клубни снова. Дома тепло, хорошо. Красота, сменила лампы. Сразу светло так стало. Красивенько. Так, кто тут у нас? Это наш птиц тут гуляет. Лежит. Отдыхает, да? Птичка. Прибраться нужно. Немножко уже нагадил. Но ничего, ему полезно. Походить немножечко, поразвлекать нас. Руки переукореняются. Вот так уже пустенько становится. Ну, еще много-много работы. Так что вот такие у нас дела. Всем и фиалочки покажу из посылки. Два уже, ну, практически вот такие лысые пропали. Остальные, в принципе, еще живенькие. Так что живем и смотрим дальше, как все будет происходить. И поделюсь с вами рецептом из сушеных кабачков. Сушили мы их летом в дегидраторе, когда кабачки в сезоне, очень дешевые, поэтому 60 килограмм мы засушили. Храню я их в 3-литровых банках, полностью закрытыми, не закатанными, а просто крышкой накрытыми. Набираю третью часть кабачков, замачиваю теплой водой, заливаю и оставляю на 2 часа. Затем обязательно нужно воду слить, промыть кабачки и хорошо их отжать. Далее нарезаю 2 большие моркови на терке, потом солю, соединяю вместе морковь с кабачками, добавляю столовую ложку сахара и затем столовую ложку уксусной эссенции 70%. Все хорошо перемешиваю, сковороду ставлю на огонь, добавляю 100 мл растительного масла, нарезаю 1 луковицу, мелко, мелкими дольками, и отправляю в разогретое масло. Как только лук начинает золотиться, обязательно снимаю сковороду с огня, чтобы он не сильно зажарился. Далее беру 3-4 зубчика чеснока, нарезаю мелко, отправляю к нашим кабачкам. Столовая ложка кинзы молотой, кориандра. Дальше идет столовая ложка паприки копченой. Можно добавить еще острой паприки. Также добавляю 2 столовые ложки соевого соуса. Все тщательно перемешиваю и оставляю примерно на 2 часа. Далее пучок хорошей кинзы, можно с укропом, нарезаю и отправляю в наш салат. Кабачки получаются хрустящие,
в меру кисленькие, прям то, что нужно. Такой салат обязательно приготовьте своим близким, порадуйте. Необыкновенный рецепт. Многие сразу даже не узнают, что это такое. Кто-то думает, мясо, почему такое мясо вкусное? Кто-то с грибами их сравнивает. Так что приготовьте обязательно. 2 часа. Через 2 часа все промариновалось, все специи разошлись по нашим ингредиентам. И салат готов к употреблению. Всем, кто за столом, приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!